Алло. Алло. А, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, будем учиться? Да. Да, хорошо. Так, ну просто, ну, есть вопросы? Какие-то интересные рассказы? Нет? Да. Эмлогазихам? Нет. Нет. Если нет, то будем учиться. Так, хорошо. В прошлый раз мы уже изучали первую часть этого текста, да? Нам указали, он вам их не умеет, да? Так. А, мы на резина. Да, мы на резина. В. Так, в. Прошлый раз, да? В прошлый раз мы уже изучали. Вау, волонтер, прошлый раз, волонтер. Мы уже изучали первую часть этого текста. Да? Текста. Волонтер, chúng ta đã học phần 1 của cái bài đọc này. Да? В прошлый раз мы уже изучали первую часть этого текста. Да? Đọc như vậy, да? Đó. В. Đây là đọc в. Прошлый раз. В прошлый раз. Vào Прошлый nơi раз, đã да, прошлый раз, ác đây là ô đấy. vì ưu Да, мы уже изучали первую часть. trợ Да, lý первую часть, pera да, часть vui этого. đã cái À, em nói sao? vui thì biến đổi thành pera Да, изучали, да, изучали, đây изучали. là cách Sau, cách hai sau, này. đây là cách 4, sau động từ bổ ngữ trực tiếp của cách 4, изучали что? Học cái gì? Первую Ừ. часть. Chắc là một danh từ giống cái đấy. Just. Danh từ giống cái. Cho nên là первую часть этого Vui текста. Да. để tự vừa В прошлый раз мы уже изучали первую часть chắc đó этого текста. Да? Этого текста. Ну, так вот, да? Так. Lần trước chúng ta đã học phần 1 của cái bài đọc này. Да? Так. Теперь мы да. немножко поговорим об этой части. Да? Теперь. Теперь. Bây giờ đấy. Теперь là bây giờ. Теперь bây giờ мы немного поговорим об этой части. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói một chút về cái phần đó đấy, về cái phần đó. Так, теперь мы немного là không không nhiều đấy, nói một chút. Поговорим là nói chuyện một chút. Об этой части về cái phần đó đấy, đó. Ну вот так. Рано поздно все равно надо изучать новые слова, новые фразы. Так что это то же самое, что мы должны то, что изучать, да? Мы должны это изучать. Так, хорошо? Да? Да. Да. Nghĩa là gì nào? Sớm hay muộn thì chúng ta cũng vẫn cứ phải học thêm từ mới và những cái mẫu câu mới đấy. Thì đây cũng là một trong những cái phần từ mới, mẫu câu mới mà chúng ta có thể học thêm đấy. Đó. Так, хорошо. Так, мы изучаем русский язык. Вот это вот cái phần này chắc là em đã xem kỹ rồi đấy. Đấy. Да. Так. И где это происходило? Где это происходило? Cái điều cái nội dung của câu chuyện này nó xảy ra ở đâu? Где это происходило? Где это происходило? Где это происходило? Происходило. 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 Да. Происходило. Где это происходило? А, где это происходило? Происходило. Да. Происходило. Да. Где это происходило? А, cái việc này nó xảy ra ở đâu? Аудитория. В. Это происходило, chúng ta sẽ nói, это происходило в нашей аудитории, да? Это происходило, это происходило в нашей аудитории, да? Нашей аудитории, Аудитория. да?
À đây, vấn nát xe auditory là trong cái giảng đường của chúng ta đấy, trong cái giảng đường của chúng ta bắt tạc đấy. А это происходило в нашей аудитории, да? Так, хорошо, и что там сейчас идет? Что сейчас идет? Что сейчас идет? А, bây giờ trong đó đang xảy ra cái gì? Đang diễn ra cái gì? А сейчас урок, да? А, сейчас урок. А, сейчас там идет урок. Сейчас идет урок, да? Đúng không? À chúng ta sẽ ở đây nó không có cái động từ thôi đấy. Không có động từ bởi vì là người ta không muốn làm cho các em nhiều dữ liệu đấy. À chúng ta phải nói là gì? À сейчас идёт урок. Сейчас идёт урок, да? А сейчас идёт урок. Вот так вот, да? Сейчас идёт урок. Вот так. А хорошо, сейчас идёт урок. Так, мы изучаем русский язык. А что мы изучаем? Что мы изучаем? Chúng ta làm cái gì đó? Что мы изучаем? Мы говорим, читаем. Вот. Да. Это что мы делаем, да? Да? А мы hỏi là gì? Что мы изучаем? Что мы изучаем? Вот. Что мы изучаем? Chúng ta đang học cái gì? Что мы изучаем? Изучаем русский язык, да? Мы изучаем русский язык, так, хорошо? Мы изучаем русский язык, да? А, em nghe chưa quen đúng không? Đấy, em nghe câu hỏi chưa quen. Đấy. À, так. Em có nghe được hết câu hỏi không? Nghe hiểu được nghĩa câu hỏi không? Thầy nói chậm tí thì hiểu. À, что мы изучаем? Что мы изучаем? Мы изучаем русский язык. Так, что мы делаем? Что мы делаем? Что мы делаем? Мы говорим. Chúng ta làm cái gì? Chúng ta nói и мы говорим, мы читаем, мы пишем по-русски. Да? А, что мы делаем? Что мы делаем? Ну, em trả lời nào. Что мы делаем? Еще раз. Но мы говорим, читаем и пишем по-русски, да? Так, хорошо. Мы еще плохо знаем русский язык. А, chúng ta còn đang biết tiếng Nga tồi, да? Мы еще плохо знаем русский язык, да? И говорим медленно, да? И говорим медленно. Что мы плохо знаем? Что мы плохо знаем? Ну, что мы плохо знаем? А, chúng ta biết cái gì rồi? Мы плохо знаем. Плохо знаем русский язык. Русский язык, да? И как мы говорим по-русски? Как мы говорим по-русски? Мы говорим медленно. Мы говорим медленно. Так, хорошо. Так, кого преподаватель спрашивает? Кого преподаватель спрашивает? Преподаватель спрашивает Тома, да? Так, а что преподаватель спрашивает Тома? Что преподаватель спрашивает Тома? Thì giáo hỏi Tom cái gì? Преподаватель спрашивает Тома. У него как у него дела? А, как у него дела, да, как у него дела, правильно, да? Преподаватель спрашивает Тома, как у него дела. И что, и как Том отвечает преподаватель Лю? Как Том отвечает преподаватель Лю? Как Том отвечает преподаватель Лю? Том отвечает преподаватель. Ну? Что? 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 Том отвечает преподаватель. Что? Что у него? Он. Что у него? У него. Все хорошо.
Không nói он хорошо, mà nói у него хорошо. У него, у него все хорошо, да? Так, хорошо. Так, а что преподаватель еще спрашивает, Тома? Что преподаватель еще спрашивает? Преподаватель еще что? Много ли? Много ли? Он работает дома. Много ли он работает дома, да? Так, да. Хорошо. А то много дома работает? Он много дома работает? Потому... Нет, я спрашиваю. А то много работает дома? То много работает дома? Том, làm việc ở nhà có nhiều không? Том много работает дома? То много работает дома? Нет. 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 Yeah. Том работает дома немного, да? Хайла. Том не работает дома много. Том не работает дома много, да? А почему он работает дома мало? Почему он работает дома мало? Почему он работает дома мало? Tại sao cậu ta làm việc ở nhà ít? Потому что он гуляет много. А, потому что он гуляет много, да? Потому что он гуляет много. А почему он гуляет много? Почему он гуляет много? Потому что он город Петербург очень красивый. А, просто город красивый, да? Всегда он канал Петербург. Потому что город красивый, да? Потому что город красивый. Так, хорошо. Так. И что преподаватель еще спрашивает? Thầy giáo còn hỏi thêm cái gì nữa? Преподаватель спрашивает Тома. Тома, что хорошо ли? Он знает Петербург. А, хорошо ли он знает город, да? Хорошо ли он знает город? Да? Chúng ta chỉ cần nói город thôi, да? Хорошо ли он знает город? А Том хорошо знает город? Том хорошо знает город? Том нет. Нет. Нет, он еще не очень. Нет, он знает еще не очень. Не очень. А почему он знает город еще не очень хорошо? Почему он знает город еще не очень хорошо? А, tại sao cậu ấy biết thành phố chưa tốt? Потому что он здесь он недавно, да? Потому что он здесь недавно, да? Недавно. А, потому что он здесь недавно. Вот, хотя он много гуляет, да? А, город красивый, он много гуляет. Но он здесь недавно, поэтому он еще не хорошо знает город, да? Так, а теперь мы посмотрим вторую часть, да? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái đoạn 2. Так, bây giờ em sẽ đọc giúp mình cái đoạn 2 nào. Том слушает. Том слушает внимательно. Да? Внимательно. И отвечает. Правильно. И правильно. Ирена, Ирена. Да, Ирена. Не внимательно. Да, и плохо. Понимает. Да. Что говорит Том? Что говорит Том, да? И плохо понимает, что говорит Том, да. Извини. Извини, ты говоришь, что ты уже... Ты говоришь... Что ты уже хорошо знаешь Петербург? Петербург.
Нет, нет еще плохо. Еще плохо. Я здесь, недавно. Да? Я здесь недавно. Преподаватель говорит. Рамон, читайте, пожалуйста. Пожалуйста, текст. Рамон читает медленно и неправильно. Рамон, вы манна работаете дома? Дома, да. Читать по-русски трудно. Трудно, да. Потом читает Сирпа. Сирпа. Она читает быстро и правильно. И правильно. Она много, много работает дома, да? Да. Так, и все понятно? Как да, наверное, понял, да? Понял. Понял, да? Так, ну хорошо. А, так, а, Том слушает, как Том слушает? А, Том не знал. Том слушает внимательно и... Да. Nghe chăm chú, да. Да, да, да. И отвечает. Да, отвечает правильно. Chúng ta có lẽ là chúng ta sẽ không cố gắng không dịch mà chúng ta chỉ cần hiểu luôn bằng tiếng Nga đấy. Chúng ta biết từ внимательно là gì rồi đúng không? Đấy. Em hiểu rồi. Có phải không? Слушать là gì hiểu rồi. Đấy. Том слушает внимательно, đấy. À chúng ta hiểu luôn том слушает внимательно. À, понятно. И он отвечает. Отвечает là gì? Chúng ta hiểu rồi. Он отвечает. À, правильно, да? À, так, и он отвечает правильно, да? А Ирена, Ирена, это девушка, да? Ирена, она слушает невнимательно, да? Она слушает невнимательно. И она, поэтому она плохо понимает, да? Она плохо понимает, правильно, да? И она плохо понимает, потому что она слушает невнимательно. А, она плохо понимает, что говорит Том. Да? Понятно, да? Все ясно. Извини, ты говоришь, что ты уже хорошо знаешь Петербург. Извини, ты говоришь, что ты уже хорошо знаешь Петербург. Нет, еще плохо. Еще плохо. Я здесь недавно. Да? Так, все понятно здесь, да? Toàn bộ đoạn này em hiểu hết chưa? Да. Да, понятно. Все тут понятно. Так, кто с кем разговаривает? Ай, ну чё, ай? Кто с кем? Преподаватель. Нет. Далее не преподаватель, да? А кто с кем разговаривает? Кто с кем разговаривает? Ай, ну чё, ай? С кем? Том разговаривает. Ириной. Сиреной. Да? Том разговаривает с Ириной. Anh chàng Том nói chuyện với cô Ирена. Да? Ирена. Còn nhớ Ирена là ai không? Да. А, девушка из Польши, да? Cô gái Ba Lan, да? А, да? Так. Да, да. Значит, Том и Ирена. Том ученик, Ирена тоже ученица. Они сидят вместе. Họ ngồi gần với nhau, да? Họ ngồi cạnh nhau, да? И Том говорит, а Ирена слушает невнимательно, да? А Том nói và Ирена thì nghe không chăm chú, да? Поэтому она плохо понимает. Chính vì vậy cho nên cô ta hiểu Том rất là kém, да? Что Том говорит? Поэтому она переспрашивает, chính vậy cô ấy hỏi lại. Извини, xin lỗi cậu. Ты говоришь, что ты уже хорошо знаешь Петербург. Cậu nói rằng cậu đã biết thành phố Петербург tốt rồi phải không? Нет, еще плохо. Không. Còn biết tôi. Я здесь недавно. Tớ ở đây không lâu. Đấy. Đó, nội dung là như vậy đấy. Понятно, đấy. Так, значит, кто с кем разговаривает? Кто с кем разговаривает? Ai nói chuyện với ai? Ai nói chuyện với ai? Том nói chuyện với Ирен. Разговаривает. Сирен. Động từ разговаривает là gì? Nói chuyện ạ. Là nói chuyện đấy. Động từ đó là nói chuyện. Chia như thế nào? Tôi nói chuyện. Я разговариваю. Trong âm đâu thầy? Разговариваю. 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 Я разговариваю. Да. Я разговариваю.
Ты разговариваешь? Ты разговариваешь. Ага. Он разговаривает. Он разговаривает, да. Ты разговариваем. Да. Мы разговариваете. Нет, вы разговариваете. Они разговаривают. Да. Bây giờ em dịch câu là tôi nói chuyện với cô Irina. Я разговариваю. Разговариваю с Ириной. С Ириной. С Ириной. Я разговариваю с Ириной. С Ириной, так ладно, с Ириной. Да. С Ириной, так ладно, с Ириной. Nối nối âm. Nối âm luôn đấy. Я разговариваю с Ириной. Đúng không? Đấy. Tất cả cái này vẫn ấy là lỗi mình nguyên âm phải lỗi thành âm à, luôn. Mình có thể nói được đấy. À, tôi разговариваю с Ириной. Tôi разговариваю с Ириной. Đấy. Đấy. Cái này là cách cách năm rồi. Cách năm đấy, nói chuyện với ai cách năm. Tôi с кем. À, с кем này. С кем này là cách năm này, đấy. Cảm ơn những động từ thầy tổng hợp cho em cái động từ sau bắt đầu là cách một như hôm nọ nhỉ. Cách một sau này sợ chem. Đấy, em chưa cần đến cái đó đấy. Ở đây chúng ta nói là gì? Ở đây chúng ta học mới chúng ta mới chỉ gọi là học thêm mà thôi đấy. Chứ chúng ta chưa học các cách, em hiểu chưa? À, thế mà khi mà chưa học như các cách thì chúng ta coi đây như một cái đơn vị ngôn ngữ, như một cái câu. Chúng ta học thuộc nó luôn, em hiểu chưa? Đấy. Đó. Thế thì hôm nay chúng ta học một câu, ngày mai chúng ta học một câu, ngày kia chúng ta học một câu. À, sau đó là gì? Chúng ta sẽ có một cái vốn, một cái khối lượng câu ở trong đầu có sẵn rồi. Nhưng khi chúng ta học về cách cái là lập tức nó hiểu ngay lập tức đấy. Hiểu cực kỳ nhanh luôn, đó. Cho nên là gì? À, trong tất cả các sách khi mà người ta đưa thêm, ví dụ người ta chưa học về các cách, nhưng mà người ta đưa đến các cách thì người ta sẽ nói cho nó như là một cái câu cần phải ghi nhớ đấy. À, cho nên cái câu là Zapomnite là hãy ghi nhớ đấy. Tôm разговаривай với Сирен này. À, chúng ta cứ nói thôi. Tôm разговаривай với Сирен này. À, tôi nói chuyện với cô Ирена đấy. А я разговариваю с Иреной, đấy. À, họ nói chuyện với cô Ирена. Они разговаривают с Иреной. Đó. Học thuộc nó luôn đấy, thành một câu. Так. Còn chưa cần quan tâm đến nó là cái gì. Đấy. Chúng ta chỉ biết là nói chuyện với cô Ирена là như vậy đấy. Đó. À đó. Đó là cái cách mà chúng ta học thuộc rất nhanh đấy, học thuộc nhanh. Так. Bởi vì sao nếu mà em có một câu Ирена rồi lần sau em chẳng quên được nó. Em động thì nó các em nói ngay Сирен này, đấy. Сирен này. Так, правильно, да? Так, хорошо. Тут Том разговаривает с Иреной. А Ирена плохо слушает. Ирена невнимательно слушает и поэтому она плохо понимает, что говорит Том, да? А, да. Извини, что ты говоришь, что ты уже хорошо знаешь Петербург. Нет. А ещё плохо. Я здесь недавно, да? Так, хорошо. А преподаватель говорит. Что он говорит тут? Преподаватель говорит. Что он говорит? Он там говорит, где? Рамон. Рамон. Читайте. Читайте. Пожалуйста, текст. Пожалуйста, текст. А, читайте, пожалуйста, текст, да? Читайте, пожалуйста, текст. Так. А, thế đây chúng ta có động từ gì? Читать, да? Читать. Читать. А, đó. Thế chúng ta sẽ xem một cấu trúc câu mới, đấy. Cấu trúc mới của chúng ta. Так. Cấu trúc câu mới. Читать. А, да. Преподаватель говорит. Преподаватель говорит. Да? Чтобы. А, чего-то я хочу чтобы. 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 Рамон читал текст. Да. Тất cả, tất cả những từ trong này em biết hết rồi. Từ nào cũng biết hết rồi. Đấy, đúng chưa? Nè. Thế nhưng mà ở trong này là một cấu trúc câu mới đối với em. Có từ stop. Đấy. À, đúng chưa nào? Thế bây giờ chúng ta phân tích cái câu này nhé. Đây là câu có hai mệnh đề. Thế nào là mệnh đề? Mệnh đề là một câu hoàn thiện, đúng không? À, hai mệnh đề này nó được nối với nhau bằng cái liên từ stop. Bây giờ mệnh đề thứ nhất, преподаватель говорит.
Pratipada trên là chủ ngữ, gavarit là vị ngữ. Vậy thì câu có hai mệnh đề, chủ ngữ, vị ngữ, nó là một câu hoàn thiện rồi. Pratipada trên gavarit đấy. Câu thứ hai, ramon chital chext. Đây là chủ ngữ, vị ngữ và thậm chí có cả bổ ngữ nữa. Vậy thì đây cũng là một câu hoàn thiện đấy. Đó. Thế vậy thì đây là hai câu hoàn thiện, nó là hai mệnh đề nó nối lại với nhau bằng một liên từ stobu. Đúng chưa nào? Đó. Thế giờ lý thuyết như thế này nhé. Lý thuyết. Nếu câu có hai mệnh đề mà được nối với nhau bằng liên từ stobu. 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 Mà trong cái câu này ở mệnh đề thứ nhất là một chủ thể. Ở mệnh đề thứ hai là một chủ thể nữa, chủ thể thứ hai. Tức là khác nhau về chủ thể. Thì ở mệnh đề thứ hai động từ phải sử dụng ở thì quá khứ. Nào. À, thế bây giờ mình sẽ viết cái lý thuyết đó cho em nhé. Dạ, viết viết cái lý thuyết đó cho em. Tạc. Không cần đấy. Không cần. Không cần. Vâng. Câu có hai mệnh đề mình cứ viết nhé. Có liên từ. Câu hai mệnh đề có liên từ stobu. Có liên từ stobu. Đấy. Câu có hai mệnh đề có liên từ stobu. Mà hai chủ thể mà khác khác chủ thể. Khác và khác chủ thể thì chủ mệnh đề thứ hai phải mà thì có quá khứ. Mà khác chủ thể. Mà khác chủ thể. Ở hai mệnh đề đấy. Thì mệnh đề thứ hai ở mệnh đề ở mệnh đề có stobu đấy, có stobu. Mệnh đề có stobu. Có động chia thì quá khứ. Ở thì quá khứ. Có động từ thì quá khứ. Đấy, đó. Ở mệnh đề có stobu thì có động từ thì quá khứ đấy. Hoặc là gì? Hoặc động từ động từ thì động từ ở mệnh đề có stobu đấy, thì động từ ở mệnh đề có stobu ở thì quá khứ đấy, thế là hiểu đúng không đấy? Thì động từ ở mệnh đề có stobu ở thì quá khứ, đúng chưa? Dạ. Đọc lại nào, câu có hai mệnh đề có liên từ stobu. Từ mà khác chủ thể. Mà khác nhau chủ thể ở hai mệnh đề. Thì động từ mệnh đề có mệnh đề stobu. Ở thì quá khứ. Hay là mệnh đề thêm một chữ nữa để cho dễ hiểu. Thì mệnh đề thì động từ ở mệnh đề có stobu phải chia ở thì quá khứ. Đấy. Đấy. Động mệnh động từ phải chia thì quá khứ mà. Đấy. Động từ phải chia thì quá khứ. Đấy. Chia quá khứ thì dịch không phải như quá khứ. Hả? Thì cái hành động đấy diễn ra phải quá khứ đúng không? Hả? Cái hành động đấy vẫn phải diễn ra ở thời quá khứ đúng không? Tức là diễn ra rồi. Nó chỉ là thời quá khứ thôi. Chứ còn cái hành động nó có thể là nó xảy nó ở trong tương lai hay là nó ở trong hiện tại thì nó phụ thuộc vào cái mệnh đề thứ nhất. Là cái mệnh đề thứ nhất động từ nó ở cái thì nào đấy. Thì động từ phải chia ở thời quá khứ. Ở mệnh đề có stobu đấy, đó như vậy cho nó dễ hiểu hơn đấy. So yes nữa đấy, nói tóm lại là như vậy đấy. Yeah. Преподаватель говорит, чтобы Рамон читал текст. Thầy giáo nói để thầy giáo nói Рамон để Рамон đọc đọc bài đọc đấy. Em hiểu chưa? Так. Преподаватель говорит, Рамон читай, пожалуйста, текст. Что что преподаватель говорит? Преподаватель говорит, чтобы Рамон читал текст. Да? Правильно, да? Преподаватель говорит, чтобы Рамон читал текст. Я понял? Thầy giáo nói để cho Рамон là đọc cái bài đọc này, đấy. Читал текст. Thống nhất chưa? Xong chưa? Да, да. Thống nhất rồi, đấy. Так, хорошо. Рамон читает медленно и неправильно. Медленно и неправильно, да? Рамон, вы мало работаете дома. Рамон, cậu làm việc ở nhà ít, đúng không? Да? Cậu làm việc ở nhà ít. Так. Рамон, вы работаете мало дома. Так.
Читать по-русски трудно. А cậu lý do là gì? Là đọc tiếng Nga khó lắm đấy. Khó. Khó lắm. Так. Потом читает кто? Сирпа. Đấy. Кто потом читает? Ai đọc nào? Сирпа. Сирпа. Đấy. Так. Как она читает? Сирпа đọc. Да, как она читает? Cô ấy đọc như nào? Cô ấy đọc rất nhanh và chính xác. Быстро и правильно. Да? Быстро и правильно. Она много работает дома, потому что она... Почему она читает быстро и правильно? Потому что она работает много дома, да? Правильно, да? Так, думаю. Так, хорошо. А, cái đoạn này kể lại. Bây giờ chúng ta phải kể lại nó, да? Kể lại nó thì chúng ta sẽ... chủ yếu chúng ta xem có mấy nhân vật nào. Ở đây trong này có mấy nhân vật. Tôm và Irena, да? Chúng ta Irena, Tôm, Tôm, Irena. À, правильно, да? Tom Irena. Tom I Irena, đấy. À ta. À gì nhỉ? Tom I Irena, đấy. Tom Irena, ta. Tom Irena. Sau đó là gì? À Ramon, đấy. Ramon chỉ tài đấy. Sau đó là gì đến? À Sirpa, đấy. Sirpa. Ta. Đó. Trước hết là chúng ta lấy bốn cái điểm tựa này, đấy. Ta. Что Tom I Irena, что они делают? À, hai người này nó làm cái gì? Irena слушает Тома невнимательно. Đấy, cô ấy nghe, nghe Tom là sao? Nghe không rõ lắm, đúng không? Nghe không chăm chú. И она плохо понимает, что Том говорит. Đấy. Đúng vậy không? Да. À, так, хорошо. Так, и что? Что Ирена спрашивает? Ирена hỏi cái gì nào? Что Ирина спрашивает? Ирина, Том говорит, что, что он уже хорошо знает город. Петербург, да, город, да, да. А что Том отвечает? Том отвечает, что он ищу плохо, он здесь недавно. А, он еще плохо знает, потому что он здесь недавно. Да. Он еще плохо знает город, да? Он еще плохо знает город, потому что он здесь недавно, да? Думаем, да? Да. Так. А, да. Thế em mô tả lại cả cái đoạn vừa rồi nè. Cả cái đoạn vừa rồi. Cả cái đoạn vừa rồi chúng ta là gì? Đánh giá là gì? Tom слушает внимательно. И он отвечает правильно. Đấy. А Ирена слушает невнимательно. Внимательно. И она плохо понимает, что Том говорит. Đấy. Yeah. À, đúng không? Do là Ирена nghe không chăm chú cho nên là gì? Cô ấy hiểu Том không được tốt lắm. Chính vì vậy cô mới hỏi là извини, ты говоришь, что ты хорошо знаешь Петербург. А, vậy thì Ирена что спрашивает? Cô ấy hỏi cái gì? Из-за того, что Ирена невнимательно слушает невнимательно, да? И поэтому она плохо понимает Тома, да? Так, и что она спрашивает Тома? Cô ấy hỏi cái gì? Lại nè, mô tả lại. Что она спрашивает? Том говорит, что он уже хорошо знает Петербург. Петербург. Он уже плохо знает, а он еще плохо знает Петербург, да? Он еще плохо знает Петербург. Đúng không? Đấy. À. Так. Он еще плохо знает Петербург. Почему? Tại sao lại như vậy? Почему он плохо знает Петербург? Потому что. Потому что. Он еще плохо. Он здесь недавно. Он здесь. Здесь недавно. Да? Он здесь недавно. Да, хорошо. Да, хорошо. Это с ним уже все.
Закончились, да? А với tôi mà với cô Irina là xong rồi đấy. Bây giờ bây giờ là gì? Теперь là bây giờ đấy. Теперь преподаватель говорит: Рамон, читайте, пожалуйста, текст. Что преподаватель говорит? А, thầy giáo nói cái gì? Преподаватель говорит. Говорит, что? 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 Что бы? Рамон. Что бы? Что бы? Да. Преподаватель говорит, что бы Рамон читал текст. Рамон читал текст. Да, thầy giáo vẫn nói để Рамон đứng lên đọc bài, đúng không? Đấy. À, преподаватель говорит, чтобы Рамон читал текст. Да? А, вот. Хорошо. И как Рамон читал текст? А, ты бạch cậu ấy đọc như nào? Он читал. Он читал, что читает медленно и неправильно. Он читал медленно и неправильно, да? Так, и что преподаватель говорит? Преподаватель спрашивает. Нет, он не спрашивает, он говорит. Он... Тут нет вопроса. Đây không có câu hỏi. Спрашивает là câu hỏi, đúng không? Đây là không phải câu hỏi. Đây chỉ là thầy giáo nhận xét thôi. Đấy. Nhận xét thì chúng ta sẽ nói là gì? Он говорит, đấy. Преподаватель говорит, что Рамон работает мало. Да. Преподаватель говорит, что Рамон мало работает дома. А что Рамон говорит? Рамон говорит, что он читает по-русски трудно. А, ở đây không gì. Anh ấy có nói là он читает đâu. Anh nói читать по-русски. Đấy. Đấy. À, vậy thì nó sẽ nói là gì nào? Да. Рамон говорит, что читать по-русски трудно. Đấy. Câu như vậy đấy. Да. Chúng ta sẽ nói là gì? Он говорит. Да, он говорит. Что читать. Động từ nguyên thể đấy. Что читать. À, по-русски, по-русски, да? À, трудно, да? Трудно. Да, да, cậu ta nói như vậy, да? Он говорит, что читать по-русски трудно, да? Читать по-русски трудно, вот так вот, да? А, вот. А, он говорит, что читать по-русски трудно. Так, хорошо. Потом кто читает? Потом кто читает? Потом. Потом là gì nào? Sau đó. Потом кто читает? Потом читает Сирпа. Сирпа, да? А, так. После Рамона, да? Chúng ta sẽ dùng cái từ после Рамона. После Рамона. А, sau Рамон, да? Sau Рамон. А, после Рамона. А, cái từ này. Đó, anh thấy chưa? После Рамона là sau Рамон. После Рамона Сирпа читает, да? После Рамона Сирпа читает. Sau Рамон thì là đến lượt gì? Сирпа đọc, да? Сирпа đọc. Да, как она читает? Она читает быстро и правильно. И правильно, да? Она читает быстро и правильно, да? Так, почему она читает быстро и правильно? Почему она читает быстро и правильно? Потому что она работает дома много. Она работает дома много, да? Так, правильно, да? А, вот это правильно. Так, хорошо. А, thế vậy ở đây chúng ta học được cấu trúc thêm là gì nào? После Рамона, да? После Рамона là gì? Sau Рамон, да? Sau Рамон, да? А, так. Том, после Тома. Tôm после Тома, đấy. Рамон после Рамона, đấy. Đó. À, tôm после Тома, Рамон после Рамона, đấy. Đó. Đó là cái cách nói mà với các cái tên chỉ người giống đực, đấy. Đó. Tôm thì thành Тома, Рамон thành Рамона, после Рамона, đấy.
После Рамона. Вот так вот, да? После Рамона. После... Так, Мон... и хорошо. А, chúng ta sẽ làm cái bảng mới nha. Так, это надо уже говорить, да? Так. А, как ты считаешь? Как ты считаешь? Theo em, да? Как ты считаешь? Có nghĩa là theo em. Người ta hỏi theo em. Как ты считаешь? А, как ты считаешь? А, читать по-русски? По-русски трудно. Трудно? А, câu này có nghĩa là gì? Как ты считаешь, читать по-русски трудно? Theo em thì việc đọc tiếng Nga có khó không? Theo em việc đọc tiếng Nga có khó không? Chúng ta có động từ считать. Считать, đấy. Считать có nghĩa là cho rằng. Cho rằng. Em nhỉ? Считать. À, я считаю, đấy. À, я считаю. Я считаю. Ты. Ты. Считаешь. Он. Считает. Считает. Yes. Мы. I am. Считаем вы. Считаем. Считаете. Yes. Да? Они. Не считают. Они считают. Да? Они считают. А, thế bây giờ em nói câu là tôi cho rằng cô ấy rất đẹp. Я считаю, что она, что она очень красивая. 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 Она очень красивая. Да? Я считаю, что она очень красивая. Да? Я считаю, что она очень красивая. Так. Bây giờ em nói câu là anh ấy cho rằng là thành phố rất đẹp. Он считает. Считает. Что город? Город. Очень. Очень красивый. Красивый, да? Он считает, что город очень красивый, да? Он считает, что город очень красивый. Да, ты вы, да, ладно, ты считать, да? Ну, как ты считаешь, читать по-русски трудно? А, bây giờ quay trở lại câu hỏi. Как ты считаешь, читать по-русски трудно? Theo em, việc đọc tiếng Nga có khó không? Em trả lời sao nào? Я. Я считаю. Я считаю, что читать по-русски очень трудно. Да, очень трудно, да, очень трудно. Сейчас я очень трудно. Да, очень трудно, я понимаю, да. А, так, я считаю, что читать по-русски очень трудно, да, очень трудно. Так, а, хорошо, а что тебе надо делать, чтобы читать легко? А, что тебе надо делать? Em cần phải làm cái gì? Чтобы читать по-русски. Делать. А, не трудно. Не трудно. А, em phải làm cái gì để đọc tiếng Nga không khó? Đấy, не трудно. А, что тебе надо делать, чтобы читать по-русски не трудно? Now, trả lời câu hỏi này nào. Что тебе надо делать, чтобы читать по-русски не трудно? Я. Мне надо. Мне надо. Тебе надо. Мне надо. Да? Мне надо. Мне надо. Мне надо. Em cần phải làm cái gì nào? Мне надо. Я. Иду. А, мне надо что? Что тебе надо делать, чтобы читать по-русски не трудно? Мне надо. Мне надо что? Em phải làm cái gì? Em cần phải học nhiều đấy. À, так. Мне надо читать много, да? Я считаю, что мне не надо читать много, много раз. А, мне надо читать много раз, да? Мне надо читать много раз слова, фразы и тексты. И тексты. А, đây là gì nào? À, em cần phải đọc nhiều lần từ này, câu này, đấy, và bài đọc. Đấy, фразы là bài là câu, đấy. Có từ фраза. Фраза là một câu. Фраза là một câu. Và nhiều câu thành là фразы. Фразы. Đấy, фразы.
Так, значит, тебе надо читать много раз слова, фразы и тексты, да? Да. Надо слушать аудио, смотреть видео, потом повторять. Nhắc lại đấy, cần phải làm gì? Cần phải xem video, sau đó thì nói theo đấy. Так, надо смотреть видео, много раз, потом повторять. Потом повторять, да? Много раз. Много раз, да? Повторять là nhắc lại, да? Повторять là nhắc lại. Повторять. Повторять. Повторять, да? Повторять. Да. Повторять. Повторять много-много раз, да? Много. Много. Hai lần много. Много-много раз, да? Ха-ха, да? Надо, да? Надо смотреть видео много раз, потом повторять много-много раз, да? Вот. И тогда можно говорить, можно читать легко, да? Тогда, вот, lúc đó, и тогда là vào lúc đó đấy. И тогда можно читать, читать по-русски, легко, легко, đọc là легко, đấy, легко, так, легко. Ну вот, и тогда можно читать по-русски легко, да? Ну вот. Ну все. Thế vậy thì cái bài của chúng ta nó là như thế này đấy. Nó là như thế này. Đó. Thế vậy thì chúng ta phải xem lại cái bài đó. Xem lại cái bài đó và chúng ta đọc lại nhiều lần đấy. Tác. Để chúng ta có thể là chúng ta nói cái bài đó cho nó tốt. Tác khá đấy. Số bài nhạc này đấy. Nó. Вот это второй, вторая часть, да? Đó, đây là phần phần hai của bài đấy. Phần hai của bài mình gửi cho bạn chưa? À, có rồi đúng không? Đấy, có rồi, không không cần phải gửi lại nữa. Так, надо тогда читать много раз, и тогда можно перерассказывать, да? Sau đó thì kể lại, và lúc đó thì chúng ta sẽ hiểu bài kỹ hơn và chúng ta sẽ nói nhanh hơn. Так, хорошо, đấy. So, yes, nào, đấy. Так, хорошо, ở đây có động từ gì mới nào? Разговаривать, đấy. Разговаривать. Правильно? Đúng không? Có động từ gì? Động từ nói chuyện là gì? Nào. Разговаривать. Разговаривать. С кем? Câu hỏi с кем? О чём? Đấy. С кем? О чём? Nói chuyện với ai? Về việc gì? Đấy. Nói chuyện với ai? Về việc gì? Разговаривать с кем о чем, да? Да, с кем о чем. Вот так вот, да? Все ясно, да? Đúng chưa? Đó. Thế và động từ chúng ta học thêm nó là động từ shitach. Shitach là cho rằng đấy, coi rằng. Shitach. Trên thực tế cái động từ shitach này là đếm đấy. Shitai, người ta nói đếm này, 1 2 3 4 đấy, shitach. Phải Thế và là đi shi thì đọc nhanh em không? Sẽ đây đọc chi tay động phải từ là này chúng ta sẽ đọc là sợ 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 nhẹ và sợ 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 shi chi tạch tát đúng không? à Sợ chi shi tát tạch đây nó đọc phát âm là anh sợ quá cứ phát tưởng âm là chi phát âm của thường nó đọc sợ tát shi tạch shi chi tạch shi tạch đấy shi tạch chi shi tạch có cái gì đây đâu là mà phải có sợ chi chứ sợ sợ chi chứ đây sợ chi tạc không đây hai cái âm này đọc thành sợ em hiểu chưa à đó. đấy Hai âm này đọc thành à, sợ nghe từ đấy đấy nó không vào đấy tai thì mình viết ra đây mà mình viết ra đây là sợ shitach shitach đấy đó luật là shitach thế không phải là như thế chi mà là gì mà là gì mà cái hai âm sợ chờ này đôi khi nó ghép vào với nhau đấy ghép nhau thành chữ sợ đấy chúng ta có từ sas chia hạnh phúc Shastie đấy, Shastie nó đọc là gì? Nó đọc là Shastie, Shastie, Shastie đúng chưa? À, đó. À, Đây trên này cũng vậy đấy. Âm này cũng đọc là Shitach đấy. Nó đọc là Shitach Shitach đấy, đọc là Shitach. Đấy chưa? Shitach À, đó. Đúng chưa nào? Đây Đó. À, tác. À, Nếu có còn một. em Nếu không biết em đọc tuần đi Shi, Shi à, Shi Shitach đấy, Shitach đấy. Shi Shitach Shitach, Shitach, Shitach đấy. Shi Shitach Da, da, da. Âm Shitach y, shi, shi,
shitai là coi như đấy, yashitai, otishitai, onshitai đấy, vân vân đấy. Và đồng thời nó còn có nghĩa thứ hai là gì? Đó là đếm đấy, đếm. Ví dụ như là ajin dva tri chitire piaset đấy, đó là cách đếm đấy, đếm. Nó có tạc vật đấy. Tạc. Nó sẽ yes nè đấy. Tạc. À, хорошо. Cảm ơn em và chúc em buổi tối vui vẻ. Так, хорошо. Ладно. Спасибо. До свидания. Пока. Пока. Спокойной ночи. А, спокойной ночи. Да. Пока-пока. Да-да.